Привет! Сегодня мы с тобой займемся ягодичными мышцами. Будем подтягивать нашу пятую точку. Хочу сказать пару слов о том, что чтобы быть красивой и подтянутой, не обязательно посещать дорогостоящие фитнес-залы. Все можно делать дома, потому что нужно всего лишь знать пару-тройку хороших эффективных упражнений. И нужно буквально метра полтора, наверное, на площади для того, чтобы заниматься этими упражнениями. Вот, если ты считаешь свою комнату какой-то вот маленькой, да, и у тебя она не внушает стимула вообще заниматься спортом, то здесь тебе нужно как-то перебороть свою лень и просто вот на каком-то маленьком пятачке посвятить себе 5-10 минут в день. И тогда ты будешь в хорошей спортивной форме, ты будешь бодра и красиво. Так что давай заниматься вместе со мной, не лениться. Находим для себя метр на метр и становимся вот таким вот образом. Ножки вместе, ручки на поясе для баланса. И делаем вот такое вот приседание, выпад одной ногой вперед и приседание на правую ногу. То есть у нас сокращается ягодичная мышца. Правая, левая нога у нас служит всего лишь балансом. Ставим ее на носок, ручки выводят вперед для баланса, для сохранения баланса. Также мы меняем ножку, делаем в другой ноге, левая ягодица напрягается, то есть мы не опираемся на ногу, на вторую, мы сидим на этой ягодичной мышце. Хорошо чувствуем напряжение здесь, пятую точку нужно чувствовать. Поехали. Выдох, выдох. Когда расслабляемся, всегда делаем выдох, выдох, выдох. Еще 8. Хорошо, встряхнули ножки, расслабили мышцы. Теперь показываю второе упражнение, делаем тот же самый выпад, приседание на одну ногу, ножка выходит вперед, и еще делаем 3 коротких сокращения, 3 коротких приседания. Сокращаем мышцу вот таким вот образом, меняем ногу, делаем еще 3 коротких приседания. Поехали! Спинка прямая, живот втянут. Смотрим прямо перед собой. Думаем о результате. Это самое главное. Это самый главный стимул. Быть красивым. Нужно иметь цель всегда. И стремиться к этой цели упорно. И делать вот такие вот простые вещи. Отлично, встряхнули ноги. Ух, становится жарко. Делаем такие потрясывания, чтобы мышцы у нас расслаблялись. Мышцы нужно напрягать и расслаблять, тогда будет эффект. Итак, второе упражнение у нас. Ставим ножки вместе, руки опять на поясе. И мы отводим правую ногу назад. Поднимаем вверх до уровня 45 градусов, не выше. Задерживаем в таком положении на секундочку, возвращаем ногу обратно. Делаем все то же самое с левой ноги. Не забывай фиксировать. Когда ты фиксируешь ногу, ты чувствуешь сокращение в ягодице. Спина прямая. Смотрим перед собой. Дыхание ровное. Еще 16. Веселее. Отлично. Теперь делаем то же самое. Поднимаем ногу назад и, не опуская ее, 3 коротких сокращения ягодицы. Как бы 3 таких взмаха ногой показываю. Поехали. Спина прямая. Стараемся устоять на одной ножке. Если вдруг тяжело, можно придерживать себя, можно придерживаться за стену, либо за шкаф, что есть под руками. Хорошо сокращаем мышцу. Ничего не перенапрягаем, кроме пятой точки. Отлично, встряхнули ноги.
Теперь давай немного растянем наши мышцы для того, чтобы они у нас потом не болели. Потому что после того, как мы напрягли мышцы, их обязательно нужно растянуть. Кстати говоря, растяжка придает мышцам очень красивую форму. И в связи с этим очень красивая форма тела, красивые ноги, красивые руки. Все красиво. Стремимся к красоте. Поднимаем ногу и растягиваем ягодичные мышцы. Тянем колено к груди. Опять же, если тяжело стоять, нужно придерживаться за что-то. Отводим колено немного вовнутрь, как бы в противоположную сторону. Растягиваем мышцы. И потянем немного внутренние мышцы. Делаем то же самое с левой ноги. Хорошо, хорошо растягиваем вот это место. Отлично. Растянем переднюю часть бедра. Прижимаем пяточку к ягодице. Можно даже немного наклониться. Меняем ногу. Отлично. Теперь мы ложимся на мат и подтягиваем ножки к себе. Пяточки прижимаются практически к бедрам. Коленки согнуты, ручки вдоль тела. Немного стопы друг от друга расставлены, то есть такое должно быть состояние, расстояние примерно сантиметров 15. И теперь мы поднимаем таз наверх, как можно выше, сокращаем при этом ягодичные мышцы, расслабляемся, возвращаемся на пол. Начали. На секундочку задержаться наверху. Еще 8. Теперь делаем то же самое и еще 3 коротких сокращения. Поднимаем таз наверх, не опуская на пол. 3 раза сокращаем мышцы и возвращаемся. Начали. Еще 8. Ого, я уже начинаю себя чувствовать сзади. О. Хорошо поработали, ребят. Теперь немножко потянем ягодичные мышцы, прижимаем коленки к груди, обнимаем себя за коленочки, растягиваем заднюю поверхность бедра. Хорошо тянемся. И давай немного вот так вот покатаемся из стороны в сторону. Сделаем массаж своему телу. Теперь покатаемся вперед-назад. Расправляем плечики, когда встаем. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох, вдох, выдох. Животик подтянутый и прижимается к спине будто. Хорошо растягиваемся. Теперь потянем ножки назад за голову. Аккуратно, без рывков. Если не получается, то нужно делать это все постепенно. Растягиваем заднюю поверхность бедра и спинки. Спинку. Хорошо, еще покатаемся немного. Отлично. Спасибо за внимание. Если ты такая же целеустремленная, как и я, ты приветствуешь спортивный и динамичный образ жизни, тогда подписывайся лучше на этот канал, и твоя мечта стать идеальной превратится в реальность.